Всем привет, с вами Хантер. Сегодня мы играем в Little Nightmares. Что-то там, короче, да. И начнем мы новую игру. Я чуть-чуть поиграл, так что... Ну, там запись на еще наебнулась, но... А так все нормально. Окей, окей, let's go, да? Да-да-да. Ну, кто знал, что запись наебнется? Ну, я не знал, никто не знал. Это баба из фонарика того, помните? Япошка императрица. Это она, да-да-да. Я тоже не знал сначала. А теперь знаю, да. Себушка. Так, управление мы помним. Зажигалка, фонарик. Зажгли. Бля, застрял. Тянем. Тянем, подтянем. Блин, девочка, давай лезь. Вытянуть хотим. Ебать, босиком по металлу. Это, ну, это пиздец, девочка. Ты чё? Нихило ты башкой продырявила металл. Ползём, 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 ползём. Дёру. Прыжком, 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 да, пейзажи заебаны, пешком, пешком, блин, прыжками. Нахуй. Так, телефон, молчи. Тут статуэтка, я не знаю для чего, это... Нахера тебе банка? Не знаю для чего, но мы ее сейчас бросим, что-то сделаем и побежим дальше. Уу, yes. Пусто. Он там какой-то... Чё вырва? Оно на меня посмотрело, я на него посмотрел. Мы как друзья. Так. Тут стул, стул, стул. Точно помню. Бля, тихо. Там мужик, короче, подтягивается. Мы не будем ему мешать, он сейчас прыгнет. Ну, может, коленами ударится там. Блядь, чё за стул? Это не факт. Разверни его вот сюда. Сюда. Эх, телефон, твою коленку, заткнись. Так вот, так вот, вот так вот. Все, пардон, пардон, пардон. Бежим дальше. Бежим. Мчимся просто. Так. Я не помню, тут пусто. А, да, тут пусто. Тут сейчас из холодильника чупакабра выскочит. А, пардон, из-за холодильника. Письёбушкам, письёбушкам, даем, даем, письёбушкам. Цупись. Вот эти сопли, я так и не понял, что это. Какие-то червяки. Пиявки, походу. Пиявки. Ну, хули ты лезешь? Вы откуда? Так, сюда-сюда, быстрее, пока они сюда не приползли. Мастерский. Щит. Хуяк, чуть не упал. Ты чё, запыхалась? Отдышись. Вот, пошли. Тянем, подтянем из себя доской, ебали. Тянуть надо аккуратнее. Ты чё, аккуратнее надо. Чупак... Ай, нахуй так. Я забыл, пардон, пардон, пардон. Быстрее, быстрее. Это нефтяной червяк, по-любому. Я не знаю, что это. Съебитесь нахуй, ребята. Там, кстати говоря, шляпа из Гарри Поттера. Видели, на стуле была? Ну да, это она. По-любому. Так, все, нахуй, по себушкам. Воробушк ты. Блять, так, тихо. Я тут частенько падал. Вот так вот и по съебушкам, воробушкам. Прыжками, прыжками, прыжками. Бля, 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 бля. Пешочком, пешочком, пешочком. Сюда.
Что-то зажигалка светит так себе. Так, сюда, по-моему, сюда. Сюда. И сюда. Потом сюда, прикинь, да? Тут мы крутим против часовых до конца. До конца. И съебушки. Знаете, блядь, рано. Блядь. Ну. Никто ничего не видел, окей? Ебать, ты как умудрилась-то? Мы же успели. Ты же даже ножкой пританцовывал, типа, такая молодец. Повторный, сука, забег. Давай. Теперь паркур. Как тебя-то придавило? Я вот не понял. Чупакабра, вылазь. Но все равно не сюда. Блять. Пардон. Нам сюда. А, точно. Там наверху какой-то говнюк. Длиннорукий говнячок. Длинная занавеска. И одинаковая очень. Пролазь. Хуяк, и мы в карцере. Странно. Свечки надо зажигать, типа там это. Свет, добро, зло. Да. А тут маленькая херня, крыса, сдохни нахуй. О, сквозь двери хожу. Дверь надо закрыть, чтобы увидеть потайную херобурину. Давай возьмем тут. Кстати говоря, девочка-то очень сильная. Таскать столько бумаги. А вот тут-то нам нужно сразу Йору об две двери дать. Об две двери. Беги. Все нахуй толкай, блядь, Спарта, сука. Нахуй. Все. Давай сюда. А, блядь. Все, мы молодцы. Нас не убило. Тут все закрыто. Бежим дальше. Ебать, тебя курточка шуршит. Так, тут пидор, я вспомнил. Ага. Хотел поймать. А можно посередине пробежать, интересно? То мы там по краешку в тот раз побежали. Вот так вот, хуяк. И ты чмо. Мы вот так вот раз. Хуяк, и все. Раз и зажгли, а он нас и не видит. Вот так вот. Еще место покажу. Вчера нашел. Прикольненькое такое. Прикольненькое. Так, не убейся, ради всего святого. Блядь, напугало. Вот тут. Короче, корефан живет. Так, а ну я эту оттащить смогу? Она не тащится. Подожги ее тогда нахуй. И вот, смотрите, он тут что-то, короче, на родню смотрит и грустит. И мы такие раз. Обняли его. И он стал же корефан, он, смотрите, ходит за нами. Побежали. Играем в догонялки, кто кого. Ха, бля, я тебя поймал. Все, дружбан, будем гулять. Только маленький минус, он с нами не сможет уйти. Мы такие раз. А он там остается. Прощай. Хотя не прощай. Увидимся еще. И может быть. Давай. Такое, типа, бонусная комната какая-то, я не знаю. Типа, что-то такое. Может, что-то значить на концовку будет. Сколько концовок, кто знает? Никто не знает. Я угадал? Блядь! Запомни. Никогда не прыгай. Сука! Давай, девочка, не спи возле электрошока. Бля. Скорее всего, я это вырежу. И бам! Я тут.
Вы не поверите, я еще и второй раз убился. Снова, сука, пробел нажал. Не прыгайте. Не прыгайте, когда вы забираетесь. Это, блядь, плохо кончается. Так, я тут не был. О-о-о. Ой, блядь. Там что-то страшное, да? Ребенок в жижу, что ли, превратился? Я вижу одежду. Ой, после нас еще следы остаются. Во, это фигня. Я не знаю, мы типа душу освобождаем или что? Это злая няня, надзирательница? Или что? Поскольку на этом корабле одни дети. Ну и какой-то говнюк. По-моему, еще парочка говнюков открывай. Во-во-во. Блядь, не туда. Во, тут одни дети и вот этот говнюк какой-то. Все спят. Ты что там делаешь? Сваливай нахуй. Молодец, спасибо, чувак. Нахер. Нахер теперь только иди. Побежали. Ебал я это все сюда, по-моему. Да. У вас нахер, ребята. О, так вот сюда. Залазь. Теперь по съебушкам нахуй. Манал я этих всех монстров. И хрен знает, что за чувак, блядь. Руки ему оттянули. Аккуратно, ты не убивайся, ты, мне твоей смерти не нужны. О, мы жрать захотели. Аккуратнее. Давай, держи, сейчас. Сейчас, еще чуть-чуть, потерпи. Бля, ну не надо. Не надо. Ой, тебе пиздец, какая ты голодная. Потерпи, бля, парень, дай пожрать. Парень, девочка, дай пожрать. Ой, все нахуй, пиздец, помирай, дай пожрать. Дай пожрать. Ой, все, пиздец. Умираю, блядь, парень, дай пожрать. Ой, все. О, пожрать. Девочка, это хлеб, ты чё так? Какой-то ж... Хотя, ладно. Все, заебись, мы полны сил. Парень, баба, девка, спасибо, мужик, я тебе благодарен. Увидимся когда-нибудь. Ладно, давай, я пошел. Надеюсь, ты был сыт. Так, нам сюдык. Так, садык. Тудыдык. Тут я, блин, сотню раз подыхал. Вообще, надеюсь, я ж типа, это, какой типа, я мастер-игрок. А вот тут, смотрите, раз, и шугалочка такая. В тот раз я чуть-чуть это, ну, испугался. Вдруг упадешь. Ой-ой-ой-ой. Но я не упал. Так, подожжем свечку. Нет, что там чисто застряло так? Смотрите, как похоже, да? Это игра от одних разработчиков. Там был фонарик, блин. А, ну вот опять. Ну, знаете, что снова будет? Снова будет магия монтажа. Ура, да? Ура, я чуть опять не убился. Видали, да? Да, я знаю, я мастер. В таких делах мне нет ровни вообще. Убиться на ровном месте, да легко. Прыжок, зацепись. Так, на лестницу не покупаемся, мы же умные ребята, да? Мы ползаем вверх и не прыгаем, и нажимаем прыгать. Потом хватаем вот этот рубильник, пардон, вот этот, да блять, вот. Отпускаем. Потом, короче, хватаем этот. Такие мастерские сначала туда.
А потом такие, стоп, нам же сюда. И он такой, о, черт, точняк, тебе же нужно отъехать отсюда. А потом такие, знаете, короче, оба. И туда, потом такие, оба. И мы мастера. А потом раз. Бля, я надеюсь, ты не упадешь. Жесть, красава. Красава, не иначе. Потом такие, оба, и мы мастера. Видали? Видали, да, вообще ништяк. А потом тут, короче, такая фигня. Так, тут чем тесть? Тут пусто. Короче, таким поработаем немного в офисе. Бля, я забываю, что надо зажимать его. Потом откроем этот. Потом такие, оба. Подтянулись, да, худая девочка подтягивается, ты не можешь, вот лошара. Сюда, да, вот так вот. И нихуя не видно. Так, ну тут вроде спешить не надо, но мы все равно такие, оба, и оба. А потом такие, сюда, потом такие, оба, такие, типа, ага, это пушинка была. Потом сюда такие, оба. Посмеялись над шуткой, да, типа висельница, типа ха-ха-ха-ха, смешно. Там такие, хоба. А вот дальше я не знаю, я вообще... Типа это... Ну хули, я прыгнул вот так вот. А, я в прошлый раз не смог... Стоп. Я еще не понял шутку, мы типа тяжелее вон того ящика железного. Блядь. Пардон, меня из игры немножко выкинуло. Есть там маленькая херня. Ну, короче, как и в прошлый раз, я убился и типа, опа, да, магия. Встань, девочка. Магия, я внизу. Ну, я почти спустился, все видели. Это считается. Погнали. Оба. А, я вспомнил. Бежим, эти твари опять. Я не знаю, что это за херня, но мы бежим. Бежим. Бля, девочка запыхалась, постоим. Бежим. Хуяк такие, мастерски пролезли. Вырубили херню. Сныкались. Блять. Мы наебем систему. Я себя не вижу. Нет, no, please, God. А, наебали систему. Это что, засохшие дети, что ли? Вы видели? По-моему, да. Смотрите, короче. Бля. Хуя. Короче, потом сюда. И такие стоим. Стоим, потом такие, оба. И полетели. Так, и дальше я не помню. А, тут, короче, парни стоят, нас ждут. С ябушком, ребята. У-у-у. Убежали в далекое будущее. Правда, тут такая херня. Вот, короче. Мы сбежали втроем, а теперь я один тут. Или одна. Ну, пофиг, вы поняли, да? Опа. Лягушка. Цыпленок, лягушка. Выбирайте сами. Так, в прошлый раз я пошел наверх. А тут закрыто или что? Я тут не был. Чувак, ты куда? Ты чё? Чё это? Чё это было? Не, закрывай. Можешь взять? Не падай, ты чего? Что творишь? Ты чечетка, что ли? Видишь, какая ироничная музыка? Я не вижу ничего там. Я все понял. Вообще. Я вточу. Вы поняли? Да. Это потайная, мать его, комната. Гарри Поттер, ты тут? Что это?
Чепушева, я тебя видел. Ну что ты... Чего вы от меня убегаете? Ладно. Опаньки. Здоров, ребята. Тебе трудно жать, девочка? Что-то будет? Ладно, девочки трудно держать. О! Ребята, гномы. Я вас гномами звать буду. Вы на гномов похожи. А у вас не... Короче, не беспокоит то, что у вас глаз палит? Нажми еще. Опаньки. Что это за хуйня? Это склад. Значит, это... Поворообразное существо. Ну его нахер. О, это чё? Нехилое местечко. Дальше чё? О, там это... Поняли, да? Баба-япошка. И все. Хотя, конечно... Унитаз? Или зеркало из Шрека? А что еще покажешь? Бля, ну я, конечно, хотел это... Ставить... Япошку, типа, песня поется, она там поет. Выруби это нахуй, она жуткая херня. Так, ладно. Это. Да бля, ёпта, девочка, ты чё? Нахуй стул оттуда двинь. Ай, срать на стул, пошли, короче, отсюда нахер. Да, потайные места какие-то. Ой, блядь, сука, ну чё ты меня вечно пугаешь? А вот если догоню и пиндюлей дам... Кот съебался. А? Будем дружить? Пошли со мной. А, парень? Бегать умеешь? Пошли со мной. Тебе еще обнять надо? Парниша. Пошли со мной. Ты прикольный. А, блин, ты не пролезешь дальше со мной, да? Это печально. Ебать. Ладно, давай, парень, удачи. Мне тут, походу, самому дальше. Давай, увидимся. О, ребят, здорово. Вы тут чё? Так, я помню, по-моему. Это вот так вот сюда. Бай, я думал, она убилась. Всё, ебать, мать. Девочка, не пугай так. Ебать, ты по стеклу босиком ходишь. Непробивная девочка, вы видали? Хотели бы босиком по стеклу ходить? Учитесь, она умеет. Так, бери ключ. Давай сюда. Хуяся, да, мастер взломать? Письёбушкам, так. Блять, не трещи ты. Так. И берем снова, потому что мистер Макака... Падла, и он нам понадобится. Обаньки. И вот сюда. Обаньки. И хуёбаньки, сныкаемся на всякий. Черт его знает. В тот раз пронесло, сейчас вдруг выйдет хер знает чё. Мы ж там секреты видели вообще, потаённые секреты. Да... Давай. Давай, так, а ну-ка. Так, вот так, сейчас подождем. Так, погнали дальше.
Оу-воу. Девочка, ты же ела. Блять, ну девочка, не надо так. Нет, надо. Ой, мышка, ты что появилась? Девочка, давай, держись. Я-то знаю, что сейчас будет, а вы, ребята, знаете, что сейчас что будет. Ой, ребята. Лучше вам не знать. Ой-ой-ой-ой. Давай, девочка, вставай, вставай, ща тут уже рядом. О, слышите? Теперь дети песенку поют эту. Чё тут за фигня творится? Давай, 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 давай. Бать, она уже, знаете, ничего не хочет. Ни зажигалку доставать, ни прыгать, ни бегать, ей только пожрать. И жрать, и мы такие понимаем, чем это сейчас закончится, да? Раз, два, тритон. Ага. Ну, поспешил я. Да, нас поймал длиннорукий пидорас. Рукоблуд херов. Вы тоже не ожидали? Я тоже в первый раз. Сейчас-то я все знал, я бы ему пизды дал. Решил повторить, хули. Хуяся, короче, он детей пиздит. Походу, тут вообще мясо творится. И, короче... Девочка, вставай. Короче, мы это сейчас вот так вот раз, вот так вот два, вот так вот три, вот так четыре, вот так пять, вот так шесть, вот так семь. Я неправильно считал, по-моему, ну и похер. И, короче, такие ребята. Вот так вот, вот так вот. И я скажу вам кое-что на ушко. Вы готовы? Я закончу на этом. Так что всем спасибо за просмотр и пока.